Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет из Илимского района Пермского края. Хочу снять воскресную рубрику. Только в отличие от Джастаса Уолкера, наша воскресная рубрика снимается в воскресенье, 23 августа. Здесь вот у нас хрюнька. Сделали сарай для беременной хрюни, которая у нас должна в конце сентября или в октябре, наверное, скорее всего, в октябре родить. Вот мы ее отсадили. Закрываю обратно. Ну-ка, цыц, Петя, не ори. Сегодня у нас мелкую свинюшку забрали. Маленькую свинку мы увезли. Поменяли ее на сено. На 10 тюков вот этого вот замечательного сена. Вот, ну что еще хочу сказать. Наш обзор за неделю. Что мы сделали? Сделали вот этот вот сарай. Для хрюни. С той стороны поставили жерди. Жерди. То у нас завелась рыжая плутовка, которая ворует наших цесарок. Трех цесарок уже своровала. Вот, пришлось нам огораживаться. Ну и к зиме в любом случае мы хотели огородить территорию, чем в данный момент и занимаемся усиленно. Вот сено, 10 тюков, выгрузили пока так. Прошу прощения за ветер, возможно, будет шумно. Такое вот сенка. Здесь у нас зелененькая. Пахнет вкусно, можно саму жевать. Как сказал один мой знакомый, хоть сам жуй это сено. Вот, баня у нас остановилась вот на таком вот этапе. Вот на таком этапе у нас остановилась баня. Так как наш работник Александр заболел, ударил руку, да и рубить пока не может. Я его увез домой, чтобы он выздоравливал, поправлялся. Два ряда еще не дорубили, к сожалению. К сожалению, два ряда не дорубили. Вот так вот. Из обрезков мы будем делать коптилку. Будем делать такой вот, не знаю, как он называется, лангет, не лангет. Лангет, наверное. И будем из них делать коптилку. Сейчас я покажу, что мы сделали с забором. И покажу перья наших цесарок, павших, честно. Практически, даже не практически, а на нашей территории. Рыжая плутовка их утащила, дождалась, когда они выйдут за электропастух. И там их цапала. Вот так вот. Поэтому нам надо в любом случае огораживать территорию. Чем скорее, тем лучше. Вот. Наш Валентин не может выйти к нам. Он все вылазил, вылазил. Мы прибивали доски. Он все выше и выше начинал прыгать. Но потом мы сделали по-другому. Мы натянули ниточку. Как будто бы там электропастух. И все. Свершилось. Валентин не может выйти. Боится электропастуха. Ладно, о чем я. Здесь мы пока вколотили колышки, так как у нас будут вколачиваться такие вот металлические трубы. Такие вот. И в них уже будем ставить жерди. Так как это у нас идет граница участка. Вот таким макаром у нас сделано. Так, где-то здесь у нас были перья. Здесь у нас были перья. Вот и они.
Вот и они, цесаринные перышки. Вот. Плутовка съела нашу цесарку одну. Мы нашли таких три места. Вот еще перышки. Перышки цесаринные. Неплохо видно. Все-таки видно. Жалко, конечно, но никуда не денешься, так как у нас здесь вокруг лес. Только огораживаться, ставить какие-то заборы, барьеры, чтобы дикие животные не могли к нам прийти. Вот так вот. Здесь у нас будут трубы. Трубы будут колочены столбы, столбики для забора. А так у нас территория еще идет вниз от данного конкретного участка, где находится ферма. Этот участок 12 гектар. Мы его будем полностью огораживать в дальнейшем. А здесь, ну, типа пока временный забор. Ну, как говорят, нет ничего постоянней, временного. Вот, бурились такие ямки и устанавливались такие вот столбики. Столбики пропитывались отработкой. Не очень ровно, конечно. Но, как говорит мой тесть, не стрелять же нам из этого. Так что и так пойдет. В общем, такими вот, таким образом обстоят наши дела на сегодняшний день. Сегодня у меня уже нужно на работу в ночь. Вечером я выложу это видео. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока.